Приветствую, друзья, на канале ProGamer Television. С вами Сафир 33. И мы начинаем проходить продолжение игры Doom Eternal. Начинаем проходить именно первое дополнение. Что ж, покатили. Сейчас только графончик посмотрим. Игру очень давно не запускал. Вроде все скачалось. The Ascent of God. Gods. Первый, да? Так, настройки. Так, стоп. Вот у нас тут на L настройки. Интерфейс управления видео. Так, исходный, тройная, включить, выключить, что там еще есть, производительность. Мы вообще что смотрим-то? А, дополнительно. Кошмар, кошмар. Так, все вроде стоит, все запомнил он. Что ж, оценка в год. Чтобы стать несокрушимым истребителем демонов и уничтожать все, что движется, вы должны в совершенстве освоить весь свой арсенал. С каждой смертью вы будете постигать механику сражений Doom Eternal, а каждый враг заставит вас активнее осваивать снаряжение. Если вы сомневаетесь, откройте кодекс, где подробно рассказано об оружии, слабых местах демонов и улучшениях. Удачи вам, и помните, в любой ситуации никогда не стойте на месте. ID Software. Отлично, пожелание. Играя с геймпадом, вы можете полностью перенастроить управление по своему вкусу. Так, это нам нахуй не нужно. Давайте мы... Блять, это что такое? Мы на ультра жестокости проходили. Бля, я не знаю. Так, подождите. Быстрая реакция в бою, тщательное изучение мира помогут вам выжить в Doom Eternal. Если вы давно набивали руку, игра в шутеры от первого лица и любите искать предметы, для вас развитие этого уровня сложности для вас. Противники чаще используют мощные атаки и наносят значительно больше урона. Вы будете часто погибать на первых порах, осваивать навыки, которые помогут вам сокрушить всех в бою. Если вы мастерски играете в шутер, обладаете молниеносной реакцией и любите проходить игры тщательно, этот уровень сложности как раз то, что вам нужно. Противники чаще атакуют, а наносят максимальный урон. Игра редко прощает ошибки и требует мастерского владения. Это что такое, блин? Этот уровень сложности похож на кошмар с одним лишь отличием. Если вы умрете, кампания закончится на месте вашей смерти. Останется метка, напоминание о том, как вы далеко удалось дойти. Вы можете сохранить кампанию, выполнив очередное задание. Смерть означает конец игры. Враги действуют так же агрессивно, как и на сложности кошмар. Режим кампании дополнительной жизни понравится любителям старой школы. Как только закончится дополнительная жизнь, игра окончена. Ладно, пизду, нет. Ультра жестокость. Как проходили, так и будем проходить. Так, нажмите Space, чтобы продолжить. Единственное, я сейчас как нуб буду играть, потому что, бля, я в эти игры уже давно не играл. Ранее в Doom Eternal. Силы ада обрушились на землю, и палач Рока вернулся, чтобы защитить человечество. Уничтожив жрецов в преисподней, палач продолжил свою миссию. Мщение на небесах, чтобы остановить вторжение демонов. Там он бросил вызов лукавым ангелам дворцам и уничтожил древнюю Кан-совратительницу с истинного пути. Нападение на землю для демоны, оставшиеся в Урдеке, осквернили этот некогда священный мир и хотят использовать высшие измерения как путь для захвата других реальностей. Если не изгнать под грузу, окажется все мироздание. Чтобы остановить их, палач должен найти Серафима, загадочную личность из прошлого, чье местонахождение до сих пор было окутано тайной. Только он приведет палача к тому, кто способен вновь закрыть ордер. Хуеся, кораблик. Я знал, что он здесь. Сэр! Погода ухудшает сигнал, но мы сможем телепортировать его на вышку. Доктор Хайден, готовы к отправке, сэр.
Ждем вашей готовности. Нам не сохранить контроль над Урдоком без помощи Серафима. Пробудив икону греха в их мире, ты сломал печать. Баланс между двумя их измерениями нарушен, и Урдок вновь принадлежит демонам. Портал через 3, 2... The Ascent of God, часть первая, Doom Eternal. Ну что, покатили, бля? Надо вспомнить, как только этот здесь играть вообще просто. Тихий ужас. Что у меня из оружия есть? Так, двойной прыжок. Так, это все осталось. Даст Серафима без боя. Блин, ну слушайте, я прям забыл, как тут этот. Такое там. А, слушай, тут же все мои настроечки, твою мать. Так, я вот только единственное не могу с управлением еще разобраться. Подождите, как его там долбить? Так, понятно. Все понятно. Ладно, поехали. Блять, что я еще прям как этот? Как нуб какой-то. Жестянок-то мало. Кто там еще, мадафака? Пила моя, пила. У меня, кстати, все в порядке с пилой. Бля, красиво сделано. Знаете, я бы, наверное, подумал вот с оружия из дома убрать, как будто я в этот играю. Как его там? Вот, там что-то есть. В Call of Duty. Так, все у нас дороги ведут туда. Блять, что-то свалилось. Вся моя прокачка осталась, походу делал все нормально. Так, они меня не взрывают, отлично. Хотел. Бляха-муха, пошел нахуй. Совершенно забыл, как с ними драться, вот честно.
сучара. С оружием тоже, блин, голяк вообще, просто забываю как переключаться. Ладно, все дороги ведут туда, поэтому туда мы и пойдем. Так, это у нас подъем, да? Подъем. Мадафака! Там же можно было пройти. Стопудово сейчас какая-то херня будет, это прям чую я. Бочечка, ёбаный в рот. Блять, что это? Синяя ключ-карта. Я уже даже, блядь, забыл, как все выглядит тут. Ах ты, сука! Блядь, да почему он переключается в самый ненужный момент? Сука, ты банат. Как бы сразу решили меня поднасрать. Все не сразу. Вот какая. Блять, садишь. Я думаю, кто меня там жарит. Это раз жирный.
малина оставалась стопудово, по-моему, нет? Мне показалось. Сука. Тварь, а. Нужная штука. Ой, да ладно, блять, заебали. Пилой надо пользоваться, пилой надо резать. Пила — это дружба, это патроны. Блять, опять такое. Так, что там такое? Перевод отрывка Эрехейм, палач Серафимов. Так, как мне тебя листать-то, ёпта моя мать. А, во, ёпта. Что это такое? Блять, и ушло все, да и похуй. С этими сатисфекторами, блять, пока там, знаете, с этим управлением привыкнем, что тут, блядь, еле-еле. Так, это у нас куда возврат? А, вот так вот, блядь. Вот. Так, ну вроде мы все собрали, да? Давайте там посмотрим. Так, здесь не работает. По сути, вот эта синяя дверь была. Называется пизда вообще, просто сейчас придет. Мадафака, слушайте. Идем сюда, гомосятина. Ой, блядь. По-моему, я тут это, знаете, оружие начал путать. Отличная приманка, сейчас бы убежал. Заебись. Так, блядь, чем стрелять-то? Твою мать, а? Ой. Ну, с тебя и начнем, сука. Ой, блядь. Он всю хуйню расстрелял. По-моему, меня сейчас ебанут. Не чмошки. Начинаем. Манкубус. Так, давайте еще раз.
никак не могу разобраться с этим. Так, это что у нас? Это БМГ. БМГ, да. Пулемет. Во. Все нормально. И гранатомет нужен. Пацаны! Не понравилось? Так, вот с этого мы, наверное, все-таки поимеем что-нибудь. Покатили. Моего ебанули. А тебя, блядь, особое приглашение. Я что, не взял, что ли? Что он дает, я вообще не понял. Так, ладно. Слабое место, турель. Еще раз. Турель дальнобойная, демоноид. А, то есть им надо смотреть. Если подойти слишком близко или долго удерживать на ней перекрестие, она спрячется. Слабое место ее было. Стреляйте в него, чтобы нанести серьезный урон. Так, отлично. Охуевшая тварь. Гори ясно, чтобы не погасло. У меня и так было все, как по максимуму. Хотя нет. Бля, ну здесь... Бля, сука. Блять, я тут запутался, друзья. Так, подождите, блять, где моя дробовик, сука? Ты заебал.
Я долго надо мной будет издеваться, сука. Так, горючего нету. Блять, вот тут че я встал, а? Стоп. Конечно, понимаю, надо, наверное, экономить. Но выбора не остается. Не успел. Суки. Да, слабовато, что-то я так играю, пока я еще привык. Не могу на самом деле к нормально к управлению. А самое страшное, это, наверное, для меня все-таки вот оружие и смена его. Я вот по кнопкам просто здесь что-то плавать начинаю. Делаю. Так, ладно, поехали. Подкопим. Точнее, вас использовать дома. Подходим, подходим, господа. Бля, они все бегут и бегут, а, сука. Долбоюбина. Блять, да сколько вас, а?
знаете, по ходу дела что-то надо уничтожить, чтобы этот закончилась эта хуйня. Так, это слишком круто, мне кажется, я взял. Бля, гранатомет только кухнул. Я подгораю. Пиздец. Этот там еще козлины. Слушайте, по-моему, я сейчас сдохну. Гандотов не люблю очень. Ой, бля, что я сделал? Называется, не выдержали нервы случайно. Блять, утопия вообще, просто утопия, честно вам скажу. Путаница просто страшнейшая в оружии. Где эта пушка странная? Мы ее снесли, что ли?
что там наверху? Опа. Так, секунду. Блять, ну конечно, здесь была птичка, сука. Так, как нам туда попасть? Сразу понятно, что прям полная хуйня опять начнется. Так, давайте посмотрим БФГ, что у нас. А БФГ у нас ничего, блин. Случайно, блин, нажал. Потерял боеприпасы. Гандоны этого надо прям мочить и мочить. Вы совсем охуели, а, пидоры? Что творить? Ебать. Просто долбежка, знаете, по клавиатуре. Так, мы взяли этот манок. Ключ этот ебаный. Так. Говнину замочим. Блять, застрял. Thank you.
Хотел сказать, я один тут ничего не понимаю, что происходит. Просто пиздец какой-то. Просто. Летать тут будет, сука, пиздец, что тварь, очень такой. Или, блядь. Ебали, блин. Бля, вот это вот говно не хватало. Блин. Всё моё дело. Пизда вообще страшно. Да, слушайте, здесь что-то прям так уже. Ну, я думал, знаете, ну как-то игра она будет чуть-чуть полегче, но в итоге. Накопил, блин. Сука, шлепки. Ну как тут с кнопками, сука, не привык. Я еще подохну, мадафака. Блин, это, блядь, трат патронов жалко. Yeah.
Да выпустите меня, сука, отсюда, два пацанка. Прорвемся, мадафака. Фак. Там патронов нету, здесь нету. Дробовичок самое нормальное и... Надо следить за патронами. Не, пройти-то мы это пройдем, блять, ну сколько у меня времени. Это сука. Вот не вовремя патроны закончились, это, конечно. Вот это да, блять, это что такое? Блять, 4 патрона. Yeah.
еще один дурдек. Сейчас каждую вот эту хуйню, которую буду пробегать, мне кажется, что было это, смотрите. Ой, блять, вот это вот говнодав не хватает. Я просто вообще забыл, как драться. Вы что, гоните что? Так, насколько помню, что я его дробовиком мочил. Точнее, двух слов. Либо другой. А, слушайте, ну. Так, подождите, Мордор. Сильный оборонный предатель. Блядь. Пустил. Так, пустите. Херня, блин, происходит. Долго он будет выпускать собак в жопу? Первая часть не получилась из двух стримов. А тут так что-то прям. Thank you.
блядь, месилового дрочевого, блядь, получается. Ну и хули ты стоял, твою мать? Прям, блядь, эпидерсия какая-то. Жрите, блядь. Чё, бля? Какого хуя? Чувак, мы так не договаривались. Блять, да сколько этих собак там выходит? Сука. Жалко, что нельзя вот эту хуйню пропустить. Все, до раз. Ой, блядь, зажал, сука.
делать, а? Питер. Ёбаный в рот, а? Сука, разрубил меня. Дристун сраный, а? Так, ладно, понятно. Питер, всем спать. Ах ты, сука, блин. Сука, бесит просто нереально. Давно не играл, сука. Зажал, сука. Да, а вот сюда придешь, тварь. Охуел, охуел. Так, ладно, здесь надо немножко тактику... Да. Я, блядь, как вообще такой вот полный мега-тормозок. Жирный, вонючий. Что такое жирное, ну что? We'll be right back.
Блять, это хорошо смешно. Самое главное — подобрать ключи. Блять, да что ты будешь делать-то? Почему я аптеку не взял? Старание. Все, перебить. Блять. Реально, мне этот чел просто уже заебал. Это заебал, пидорас. Что ты творишь-то, сука? Скипом надо все-таки не этим бить, а, блин, дробовиком. Докс. Копейки, у меня долго. Сука. Да сколько у тебя там этих жизней? Слушайте, он уже две собаки не может выпустить, это уж точно.
Не понял вообще, что это было сейчас. Ну, пропустим этот момент. Застрял, сука. Еще не хватало так вот просто сейчас. Коньки отдать. Блять, опять сейчас какая-то хуйня. Ну блять, ну как заебали. Лешего, блядь. Это же, что у нас тут? Слушайте, это я, наверное, потом буду проходить, потому что сейчас я точно не буду. Thank you.
Так, вот, кстати, мы первую часть тоже не читали. Так, Enter, просмотр контента. А, вот. Перевод отрывка из Эри Оахим, палач Серафимов. Серафимове записано, что когда пустота впервые возникла, Всеотец пересек ее в одиночку. Новые реальности выросли там, где он задерживался, а когда он останавливался на отдых, из него расцвел урдок. Всеотец начал проводить эксперименты, пока не создал Джекат, мир во всем превосходящий урдок. Всеотец наделил народ Джекарда великими амбициями и убрал все запреты, чтобы нерешительность не мешала их делу. Сотворив Джекат, Всеотец в тот миг создал Давота, чтобы тот стал правителем измерения. Давот был первозданным, одним из первых богов Всеотца, которые обладали столь огромной силой, что каждое измерение могло вместить лишь одно божество. Мыслители Джекада создавали великие чудеса, пытаясь сотворить рай. Они стремились к невероятным возможностям, дабы построить идеальное сообщество. Давот чувствовал гордость за свой народ, стремившийся к величию, но понимал, что за ними давлеет бренность, которая ему самому не грозила. Со временем любовь к жизни и безграничное любопытство подтолкнули их к поискам бессмертия, ведь Давот боялся, что его народ исчезнет, и он останется в одиночестве. Давот вывернул весь Джекард наизнанку, чтобы обрести это величайшее знание любой ценой. Планируя очередной мир, Всеотец увидел, что Давот не остановится, пока не отыщет источник бессмертия для своего народа. Ведь, создавая Давота, Всеотец наделил его великой любовью к народу Джекада. Предвидя, что действия Давота несут угрозу всему сущему, что однажды Давот посмеет бросить Всеотцу вызов. Творец мироздания отрезал Джекард от сомна миров, сокрытых в его руках. Узнав, что его мира отреклись, Давот впал в ярость и всецело подчинил Джекард своей воле, пока под лучезарными стенами Имары не загнились растворенные земли, чистейшие озера наслаждения стали кровавым болотом. Над садами Орденида вырос дворец стонов. Глядя, как тьма постепенно окутывает Джекард, Всеотец понял, что это не должно повториться. Дабы уберечь землю от этой участи, Всеотец добавил в свой последний эксперимент боль и страдания смертных, чтобы его новые творения ценили жизнь и чувствовали сочувствие и мир. Блять, конечно, блять, слова такие, ебать. Перевод отрывка из Эри Оахим, палач Серафимов. Серафимы – первые существа, сотворенные из пустоты в урдыке и проводники воли Всеотца. Эти ангельские создания помогали Всеотцу построить и вести изыскания, выполняли его волю, летая по всем уголкам мироздания. После битвы при Изанаке Всеотец забрал у них крылья. Чтобы искупить вину, Серафимы построили люминарий для Всеотца в самом древнем уголке урдыка. Они молча гордились, создавая свои чудеса, среди которых были машины, управлявшие колоссальной энергией всего живого. Чтобы серафимы не могли обрести власть, Всеотец приказал им выполнить волю всякого, кто пришел в люминарий. Их законы и нормы будут едиными для всех прибывших без каких-либо исключений. Исключений, хуючений. Мне, бля, патроны нужны, а не исключения. Чем больше патронов, тем лучше. Ой, подождите. Куда идем мы с пятачком? Бля.
Бля! Сука! Да вы ебанулись, что ли? Всю защиту растерял, блин. Так, подождите, а куда там дальше-то? А, блядь, там стена. И чё это было, бля? Точно не туда-то вообще, нет? Бля, ну хуй знает, да. Вообще, бля, понимаете, что это вообще было-то? Я что-то совсем втыкаю. Гнида мадафакерная. Да ёбаный в рот, а. Так, блять, это уже что-то, блядь, какая-то херня начинается. Это прям какая-то шутка, наверное. Пиздец. Нет. Что-то я, блин, не понял, куда там идти-то. Ты ебанулся, что ли, тварь? Блять, вот ебанина-то, а? Сраная мразота.
Ой, за ебца, малинка, за ебца. Слушайте, ну блядь, ну шутку. Сука. Бля, я явно вот просто, ну, не совсем понимаю, куда там идти надо. Давай, 161. Ебанатка! Раз нам посмотреть, куда идти-то. В ту сторону точно нет. Что к сюда. Ой,
дело, я вообще на себя пошел. Сейчас пощу. Блять, опять пидорсия начинается. Вот прям, блять. Ну конечно, вот мудаки, которым, блядь, больше всех что-то нужно, понимаете, а что-то в аду сгорели, мрази паршивые. А ты, блядь, жирная мразота, а? Что мне надо? Давайте патроны посмотрим. Блять, я больше потратил, чем получил. То есть у меня сейчас придется все-таки перерыв сделать. Мир не кончается, а уже поздно. Блин, хочу сейф нажать, как в Думе, но не получается. Что это было? Блять, не с того оружия. Я не понял, что делать.
Почему он не прыгает два раза? Почему он только один делает? Ощущение, как будто это, знаете, в обратную сторону надо сделать. Да, друзья, наверное, я вынужден сейчас сделать перерыв. И, наверное, уже продолжим во второй части. Всем спасибо и до новых встреч. Пока-пока.